Александр Михайлов. Ну давайте, 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 поехали. Спасибо. Спасибо. Миссия за окончание. Да, правильно сказал, нет? Дорогие, дорогие друзья, я сейчас был в Пятигорске, поэтому такой весь смыленный, там просто сауна была. Вот сейчас вот чуть попрохладнее, я очень за встречу. Я хочу поклониться моему Евклиду, который призывал на фестиваль. Дай Бог ему здоровья. Таких немного, но они есть, которые берут на себя вот так вот в разы правления и начинают что-то творить. Организовал фестиваль спорта и культуры, единственный фестиваль за Уралом. Я сейчас обращаюсь к молодым ребятам, которые способны энергетически что-то тоже сделать для своего полпоселка, для своей деревни, для своего какого-то места, что-то теплое и доброе, поправить забор, собрать ребят, земляков и организовать, асфальтировать дорогу. Вот маленькая деталь. Миша Евдокимов, перед тем, как стал зарабатывать деньги в Москве, что он сделал? Первое, что он сделал, он асфальтировал всю деревню. Вот поступок такого человека, почему его любит не просто весь Алтай, вся Россия, вся Сибирь. А потом через год он построил стадион. И сегодня на этом стадионе, в прошлом году было 23 тысячи народу, 38 команд легкой атлетики. И вот буквально сегодня я отсюда полечу на Алтай. Со 2 по 8 число я буду там, рядом с своим другом, которого нет, но он всегда со мной будет. И будем проводить фестиваль. И Саша Маршал там будет, и Митяев Олег, и многие-многие ребята, которые любят Сергеевич, будут делать. Я хочу говорить, что надо делать, начинать с себя, обязательно с себя, и делать все возможное и невозможное, чтобы нести праздники, радость своим людям. Спасибо, что вы здесь есть. И след теряя не находит, а человек гостит у нас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от нас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим. С праздником вас, ребят, с праздником. Эти песни и моя младшая дочь, она часто сегодня мне напевает эти песни, и она лечит меня душу. И я иногда плачу от ее голоса, но это слезы радости. Дай Бог пожелал бы вам всех обрадаться от слез радости. Я это Бог вам, каждому. Песня такая, ну, сейчас у нас очень хороший микрофон и сорванный голос. Я просто напою чуть-чуть, а вы подпойте мне. Под окном черемуха колышется, распуская лепестки свои, за рекой знакомый голос слышится, да поют всю ночку соловьи. Ой, ты песня, песня соловьиная, да чего ж ты за душу берешь? Ведь к любви ведет дорожка длинная. Чуть отстанешь, больше не дойдешь. А дойдешь, так счастьем не надышишься от хорошей и большой любви. Пусть всегда черемуха колышется, да поет всю ночку сам.